Благодаря санкциям Запада и ответному эмбарго на продукты из-за границы российские производители смогли улучшить свои показатели. Но до стабильного прироста еще далеко. Чего же не хватает хозяйствам, выяснила Ирина Кузьминская. Рыбу в этом хозяйстве выращивают уже полвека. В советские годы продавали по 1500 тонн в год. В последнее время раза три в меньше. Конкурировать с импортной семгой и форелью стало непросто. Но, как в народе говорят, нет худа без добра. Западные санкции обернулись в пользу российских производителей. Слава богу, сейчас возможность за этих санкций. Так? У нас в этом году, как никогда, рыба, значит, продается неплохо. Значит, мы в этом году продали порядка 300 тонн. Чтобы карпа и толстолобика до товарного веса довести, нужно 3 года их холить, лелеять, кормить. Но главное – воду менять. Причем не только в бассейнах, где мальки плещутся, но и в прудах. И это на сегодня самая большая статья расходов. На оплату электричества, необходимого на прокачку воды, уходит почти половина вырученных денег. Раньше государство дотировало, сегодня льгот никаких. Когда-то и рыбнадзор с охраной прудов помогал. Теперь сами по очереди дежурят. Браконьеры буквально замучили нас. Вот мы каждый день снимаем по десятку сетей. Приходится, значит, ночью смотреть, охранять. Чтобы на плаву держаться, стали так называемых годовичков продавать. Предприниматели их охотно берут, потом в свои пруды выпускают и на платной рыбалке зарабатывают. Но это все самодеятельность, говорит директор хозяйства. Рыбной отрасли сегодня нужен государственный план развития. Чтобы действительно министерство повернулось к нам лицом, чтобы действительно была поддержка. И, допустим, касается рыбной продукции, считает, ну, второй корм для населения. Я считаю, мы вполне без всякой заграницы мы прокормим страну. Черновик программы уже есть. Льготы в ней прописаны существенные. 50% компенсации за корма и за треть расходов на электричество. Если документ примут, то в этом хозяйстве планируют и свой цех переработки рыбы открыть. Ирина Кузьминская, Мир 24.